Проблемы сохранения исторической памяти о значении Великой Отечественной войны обсудили сегодня в администрации Якутска. Там прошла первая региональная научно-практическая конференция «Подвиг народа. Историческая память о Великой Отечественной войне». Участники затронули вопросы сохранения семейных архивов о войне, литературного наследия, новые методики сохранения и передачи последующим поколениям памяти о войне. Участие в конференции приняли 15 исследователей, среди них ученики общеобразовательных школ, студенты, магистранты, аспиранты, ученые и исследователи. Следующая конференция должна пройти в сентябре следующего года. Какой подвиг не совершен? Город Якутск, являясь столицей вот нашей Великой Республики, да, не имеет своего музея. И вот это вот такая, ну, историческая, можно сказать, несправедливость по отношению к истории, вот, к традициям, к истории нашим, заслугам нашего города. И сейчас, вот опять же, по инициативе Арсения Сергеевича Николаева, мы работаем над созданием, ну, приступили, скажем так, работаем над созданием музея города Якутска. И есть план о строительстве специализированного здания.